Диалог двух пожилых нищих. Ты знаешь, какую толковую работу я нашел на ярмарке? Нет. А какую? Надеюсь, не очень тяжелую? В том-то и дело. Меня наряжают индийским факиром и укладывают на доску с гвоздями, на которой я должен пролежать не емши 40 дней. Ничего себе! И сколько они тебе платят? Нисколько. Но зато у меня есть кров и еда.